If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. Да, это Morning Grammar, и мы не знаем, что уже придумывать. А вы смотрели этот фильм? Да, и сегодня у нас вопросы прошедшего времени. И вначале ставим слово did. Потом ставим слово ты. You. Угу. И в конце ставим слово смотреть. See. Угу. Получается? Ну, не смотреть, а видеть. Did you see it? Adios. Bye-bye.